Рейд по выявлению нелегальных таксистов прошел в Щелкове. Его совместно провели сотрудники Управления административно-транспортного контроля Минтранса Московской области, администрации городского округа и отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Щелковское. В ходе рейда проверили наличие документов, разрешающих перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Для этой деятельности необходима лицензия, необходима регистрация в качестве частного предпринимателя, либо самозанятого, и лицензия определенная. Если таковой нет, возникает состав административного правонарушения, в результате которого дело направляется, то есть собираются материалы, дело направляется в суд. На время, пока суд рассматривает дело по правонарушению, машина таксиста-нелегала находится на штрафстоянке. Таких машин в среднем за год в Московской области около 2000. Когда лицензия выдается, проверяется и история, да, история человека, были ли ДТП, были ли какие-то лишения прав и так далее, да. И принимается решение в зависимости от той истории, от истории по штрафам, от истории по задолженностям и так далее. Но если, грубо говоря, человек без лицензии, то есть больше вероятность, что он асоциальный тип, там, может и позволить себе нарушить правила дорожного движения и в результате там, получить ДТП. С целью обеспечения безопасности дорожного движения инспекторы управления транспортного контроля проводят такие рейды регулярно. Андрей Цеходович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.